Сенсорный кариес у ребенка, как его не допустить? В данном случае мы видим, что была проведена герметизация в другой клинике. Здесь ребенку около 8-9 лет, это постоянный зуб. Здесь мы видим герметик в виде такой довольно большой объемной пломбы. Так герметизацию нельзя проводить, слой герметика должен быть более тонкий. Здесь мы также видим, что есть пора в герметизации, а если есть пор, значит там будет застревать пища. Еще здесь мы с вами видим, что одну фиссуру пропустили, то есть одно углубление пропустили, и здесь образовался кариес. Щетка физически не может вычистить весь налет в фиссурах. Фиссуры молодых зубов очень уязвимы перед развитием кариеса, поэтому мы их рекомендуем загерметизировать. Это отличная процедура по профилактике кариеса, когда все углубления запечатываются герметиком и у кариеса нет возможности образоваться. Провести ее необходимо как можно скорее после прорезывания постоянного зуба. Поэтому не забывайте о регулярных профилактических осмотрах. Ждем вас в Dental Fantasy!